Друзья, всем привет! Буквально вчера в сети завирусилась иранская реклама, где сравнивается жизнь женатого мужчины и холостяка. Итак, давайте посмотрим ее вместе. Холостяк просыпается от телефонного будильника, а женатого мужчину будет любящая жена. На завтрак женатому мужчине жена приготовила что-то вроде ачмы, кушает он в кругу семьи, а холостяк ест пиццу и запивает ее колой. Хотя я не знаю даже, что вреднее по утрам, сладкая кола или сладкий сок. Женатый мужик, кстати, во время еды постоянно отвлекается и разговаривает. И я не знаю вообще, удалось ли ему нормально поесть и ощутить вкус пищи или нет. Холостяк более самостоятельный, в отличие от женатика. Холостяк больше времени уделяет работе, а женатый постоянно отвлекается на сообщения от любимой жены. Кто из них лучший работник, тоже вопрос. На обед женатому мужчине жена приготовила покушать с собой в офис, а холостяк заказывает еду из доставки. Холостяку незачем тратиться на цветы, а женатый мужчина с удовольствием их покупает для своей любимой. Они возвращаются домой, и очевидно, что у них сегодня день рождения. Только вот холостяка никто не встречает, а женатого мужчины ждет сюрприз. Вся семья в сборе, все веселятся, хлопают. А холостяк, вместо того, чтобы пойти в клуб с друзьями или там в стриптиз-бар какой-нибудь, он просто тупо ложится спать, потому что он устал за день, берет баночку пива и обреченно садится и вырубается. Но почему женатик в очках, интересно?